Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 30 июля, и сейчас я просматривал YouTube и наткнулся на одного блогера, который экспериментальное пчеловодство, который всегда, он пробует все мои способы, которые я рассказываю по вентиляции, по болезням. И вот этот ролик «Аскофероз. Каменный расплод». И вот у пчеловода получился тот самый эффект, о котором рассказывает Кашковский. Я это не говорю, что это я придумал. Я этим занимался, но я не знал, как это называется. Но когда я слушал Кашковского, я понял, о чем речь и почему у меня есть положительные результаты и иммунитет. И вот этот пчеловод, опять-таки, встретился с той самой интересной историей, когда мои слова начинают подтверждаться у вас на практике. Он весной, у него обнаружился этот аскофероз, каменный расплод. Он делал ничего, потому что я так советую. Но что самое важное, вот это самое правильное, чтобы именно эта семья вывела именно свою новую матку. Но для этого не обязательно убивать матку. И вот мой мои интересные вопросы к вам. Ведь помимо того, что я вам советую делать ничего, я еще задаю вопросы, из которых вы можете задумываться. Ведь об этих вопросах их нету. В общественном пчеловодстве никто эти вопросы не задает, потому что они не выходят на поверхность. Все начинают, общественное пчеловодство начинает вопить, что нужны какие-то лекарства, что какие-то брызгалки, иммунитет, поднимать иммунитет и все остальное. Но у меня вопрос звучит по-другому. Вот. Пчеловод поменял маточку, вышла новая маточка, вся проблема исчезла, чистый расплод пошел. Но у меня вопрос в том, что вот когда вы забираете матку и убиваете, а если не убивать, вот вы эту матку забираете и ложите в ту семью. Вот вы попробуйте и попробуйте ответить на мой вопрос. Почему эти матки исправляются в других сильных семьях? Например, опять-таки, вы берете матку, вы ее не убиваете. Вы ложите в ту семью, где сильный иммунитет, где уже фавориты. Вы маточку-то убираете. У фаворита вы берете маточку, хотите, отложите в сторону, будет еще одна отводок семейка, потому что фавориты, они с дуплетом. Вот в мае месяце они дуплетом раздуваются и нет проблем. И вы выигрываете три сразу хороших примера. Вы лечите эту матку, вы получаете новую матку с иммунитетом у тех, которые были заражены. И вы получаете отводок. Три дела в одном, одним ударом, одним ходом конем вы ставите шах и мат и все остальное. Поэтому вопрос-то вот в простом. Вы можете это попробовать и ответить сами себе, почему у странного пчеловода нет проблем с болезнями. А вот вам реальный пчеловод, который попробовал, получил, и еще плюс есть продолжение. Матку не убиваете, а ложите к фаворитам. И почему эти матки исправляются? А почему я уверен в этом? Что ведь в свое время и сейчас бывает такое, что ты забыл, что она у тебя больная. Ты ее продал, а потом по номерам смотришь и в книге, в записях у меня, что эта матка больная. Я звоню этому покупателю и говорю: ты помнишь, у меня купил маток? Да, помню. Вот эту вот, которую я тебе пометил,
Что с ней? Он говорит, прекрасная матка. Я говорю, а никаких признаков болезни нету? Нету. Разговор на этом заканчивается. И у меня был в то время, в те годы, вопрос, а почему они в чужих семьях перестают болеть этим каменным? И я стал лично у себя на пасеке. Бывает то, что когда ты выводишь новых маток, матка не пришла. Семейка мощная, ждет матку, матки нету. И ты вот берешь эту больную матку и в этот, к фаворитам. Поэтому хотите, верьте, хотите, нет, а попробовать можете. И сами себе ответите, почему эта наука, странная наука, живет странным образом. Почему нету в книгах этих описаний. Так что пока-пока, всем привет.